Здравствуйте, дамы и господа. Мы снимаем очередное видео о янтарных картинах. Подробно рассказываем историю создания этих картин. Сегодня я расскажу вам еще об одной моей работе. Эта картина называется Квинберг, то есть гора Королева. Эта картина сделана из натурального янтаря, где употреблен довольно редкий голубой янтарь, бело-голубой. Работа сделана техникой без стыковочной мозаики, то есть кусочки янтаря стыкуются без точной подгонки друг к другу. В результате этого тоже подбирается изображение. Довольно-таки интересная работа. Сейчас мы подробно о ней поговорим. Как всегда, она находится за моей спиной. И мы сначала посмотрим на нее издалека. Такой вид у нас открывается. Значит, в общих чертах это одиноко стоящая гора. Довольно тоже гористая местность, высокогорье такое. Также у нас тут есть облака темные с левой стороны. Значит, левая сторона картины, она у нас имеет более темный вид, так как с правой стороны у нас здесь солнце. Довольно-таки тоже относительно невысоко от горизонта. Вот такой вид. Янтарь, конечно, это уникальный минерал, который нам дала природа. Удивительно информативный. Из него можно довольно-таки делать вещи с глубоким смыслом и подсмыслом. Сейчас мы подойдем поближе, и я вам детально расскажу, как создавалась эта картина, какая идея у этой картины. Довольно-таки интересная. Я так думаю, вам это понравится. Итак, мы сейчас подойдем поближе и рассмотрим эту картину с близкого расстояния, и я расскажу, в чем главный смысл этой картины. Давайте мы с вами, наверное, пойдем с левого верхнего угла. Видно, что у нас тут явная перемена погоды. У нас здесь с левой стороны в левом углу такие у нас надвигаются темненькие тучи. То есть с левой стороны у нас такая непогода движется, перемена погоды. С правой же стороны, здесь мы видим такое осветленное, такое место на картине. Это пробивается солнце сквозь такая туманная дымка. Видно, что погода портится. Небо темнеет. Туман, и солнце уже не так ярко светит, уже оно пробивается сквозь туман.
Вот у нас вот такая, такой вид. Вот. А вот у нас гора. Вот на данный момент вот видно, что у нас белый янтарь, который символизирует снежную гору. Вот гора покрыта снегом. Вот, и он имеет такой слегка голубоватый оттенок. Это очень редкий янтарь, его очень мало в природе. Есть. Но когда он попадается, мы откладываем, художники, его в сторону, чтобы потом воплотить куда-то его, сделать из него что-то такое. Вот такой интересный вид. Вот. Значит, идея картины такая, что была, значит, как бы была хорошая погода, быстренько налетели тучи, вот, надвигается, может быть, гроза, может быть, дождь собирается. Вот с левой стороны у нас уже надвигаются тучи. Вот. Эта картина уже была на выставке, вот, и при очередном показе мне пришло в голову даже стихотворение Пушкина. Есть такое у Пушкина стихотворение: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя вокруг, значит, нашей горы». Вот такие строчки из пушкинского стихотворения нам тут вот подходят под наш, под нашу гору. Вот. Ну, вот такой янтарь у нас имеет такие вкрапления интересные. Вот. Если посмотреть на нашу картину издалека, то можно еще кое-что заметить. Вот. Заметить можно вот что. Второй смысл этой картины. Вот. Издалека, вот с этого ракурса даже можно аналогию такую построить у себя в голове. Вот. Можно представить, что мы находимся на песочном где-то пляже, вот. И эта гора у нас напоминает форму женской груди в профиль, то есть женщина лежит на спине, вот, и ее грудь вот таким образом профиль видна. Вот. Как бы это у нас уже второй смысл этой картины. Вот. Сразу у нас представляется, что это жаркое палящее солнце. Вот. И такой летний пейзаж с отдыхающей девушкой. Вот. Кстати, картина поэтому и названа у нас «Гора Королева». Вот. Изначально было название в ней другое. Было название «Король Гора». То есть мужское название было. Но когда мы начали просматривать более детально и образно эту картину, то поняли, что здесь ассоциация идет с женской грудью в профиль.
Мы назвали эту картину Квинберг, гора королева. Вот еще раз мы сюда посмотрим, что здесь тучи темные надвигаются. Солнце у нас здесь есть. Вот. И такая заснеженная гора, вот, выложенная из редкого янтаря бело-голубого. Вот у нас получилась такая картина, которая имеет двойной смысл. Все фотографии, есть фотографии в Инстаграме, есть фотографии на сайте amberis.ru. Можно будет детально посмотреть, как создавалась картина, как выкладывались первые кусочки. Начиналось это все с центра, вот, и выкладывалось все постепенно. Выкладывался этот вид, этот пейзаж. Вот, на мой взгляд, тоже интересная работа. Поэтому заходите на наш сайт, в YouTube канал Amberis. Вот. И смотрите наше видео. Пока.